назначен по показаниям. И антикоагулянты, да, и вот все препараты, которые разжижают кровь, если они принимаются по жизненным показаниям, они не отменяются на день инъекции. Да, кровить может больше, совершенно верно, гематомка может быть, но сегодня не принимаем, завтра принимаем, будем иметь право вмешиваться. Филлер очень пластичный, очень упругий. Принцесс. А что это? Это филлер. Принцесс филлер. Принцесс филлер. А какая разница между филлером и вольвом? Через 20 минут. А, все. Все узнал. Понял, отстал. Боится. Там еще лучше будет видно, да? Действительно. Так, мы корректируем с губку получим. Вдох. Да. С губки. Не волноваться. Вот и все. А все почему хорошо? Вы выбрали иглу, а не конюшку? Ну, потому что я буду сейчас еще уголочки заполнять, точечно капельно. Ну, да, все. Дух. Тут причина обращения даже не столько нашей модели складки не нравится. Вот дочка отправила. Все. Вы сейчас линейно ввели или вы нет, запятую? На развороте. Сепарация, да? На развороте. Пыталась так сделать, думаю, что-то не получилось. Почему? Не знаю, вы не заполнили совсем сальки. Сейчас совсем проверю. А теперь боязно? Нет, это точечно капельно. Точно. Сейчас чуть-чуть не падается. Не падается.